Всем привет! Сегодня мы поговорим о котле. И не просто котле, а об очень хорошем электрическом котле Протерм Скат. Но бывает такое, что в холодный период времени, если вы не включили его заранее, он не может включиться, потому что выходит в ошибку номер 161. Когда у меня такое произошло, я тоже не нашел никакой информации и видео, потому что же все-таки нужно делать. 161 ошибка показывает на то, что котел замерз. Теплоноситель, который находится вот в этой колбе и, в принципе, во всех трубах, он показывает, что котел заморожен. И у него идет защита от заморозки, то есть, получается, он не будет включаться, пока не разморозится. Что же нужно делать? Неужели придется ждать, пока температура на улице, не знаю, станет летней, теплой, котел растает и можно будет его запустить? Нет. В этом видео я покажу, что же необходимо сделать, чтобы запустить котел в холодное время года. Включаю автомат, мы получаем ошибку номер 161 и требование позвонить скорее в службу поддержки. И что бы вы ни делали, как ни перезагружали его, он эту ошибку не сможет убрать. Рестарт здесь не поможет. Дело в том, что вот эта защита от замерзания уходит на этот датчик, который находится наверху, датчик температуры. Вот он. Все, что нужно сделать, это, так сказать, обмануть его, нагреть. Для этого используем обычный фен. Начинаем прогревать. Это нормально, он делает, пожалуйста, он сделает. Здорово. Включаем. Всего полминутки, и котел спокойно запускается. Кто-то говорит, что можно было бы снять этот датчик, и в принципе, если вы не имеете под рукой обычного фена, просто согреть его, ну, в руках. Ну, я не совсем советую так делать, потому что если вы его постоянно будете дергать туда-сюда, то электроника не любит такого, что-нибудь где-нибудь отломится и потом ищи-свищи. Поэтому лучше всего и проще снять крышку, нагреть тем самым датчик, то есть обманув его, показав, что сейчас у нас температура не минус 2, да, а уже там плюс, больше чем плюс 4, потому что он настроен на плюс 4 градуса. Если мы опускаемся ниже, то он не даст уже запустить котел, потому что думает, что внутри теплоноситель замерз. 1,9 бара. Все, таким простым способом мы решили проблему с ошибкой номер 161. Так что мотайте на ус, пользуйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч в эфире. Все, пока.